кто прошмыгнет мимо, можешь сразу устраиваться в таверну с певцом за гроши. Понял? Конечно, да. Как звук. Жутко устал. Бесконечная ночь. Один я на веслах по речке, любимую свою искал. Такой барон Нордкрест. Я ему в глаза даже не видел. Разорители могил. Все они чертовы стервятники. И все же для них это работа, для ублюдков. Ты прав. Какой-то ублюдок. Болтать. Я слышу тебя из сейфа. Ты зовешь меня. Металлическая рука. Что? Что? Что такое? Ерунда какая-нибудь. Хорошая находка.
Что тут у нас? А вот и аппарат. Перри надо было продавать его, пока был шанс. Эх, есть хочется.
Ты осмотрел его? Здание городского совета? Конечно. Охрана плотная. А бюст барона? Чистое золото. Стоит целое состояние. Даже с кислой рожей Нордкреста. Только на ночь бюст забирают с помощью особой охраны родня в Дейпорте. Не спрашивай откуда. Может, они нас укроют. Мрак повсюду. Разница только в том, что жители Дейпорта могут оплатить похороны. Мы видели, в какую именно дыру он забежал. И пометили ее как надо. Белым крестиком, да? Да, весело было. Читал газету. Говорят, выбраковка скота сильно помогла. Помогла угробить скотину, это точно. А мрак как был, так и остался. Я читать не умею, но дерьмом воняет от самого Дейпорта.
От этих новых светильников у меня башка болит. Зато мы будем помирать от голода при хорошем освещении. Это ты? Всегда рад тебя видеть. Держи. Голосовое устройство. Твой вор решил его продать до того, как стража его вздернула. Ну что же, проклятая свинья получила по заслугам. Спасибо, что помог. С голосовым аппаратом металлический человек готов к пробуждению. Это вопрос времени. Механика — это моя специализация. Загляни попозже, и я найду применение твоим талантам. Голоса во тьме.